Итак, парни, ситуация следующая. То есть можно наблюдать то, что стабильность работы наблюдается, что на видеокарте, что на ЦПУ после восстановления системы. Также тут FPS перестал скакать, хотя это было, ну то есть ограничил я его, хотя в доте он также скочит. Жри. Итак, вот нагруженность проца разогнал я до 4 ГГц со стока 3,6 на вольтаже 1,2. Ну, это вот за глаза должно хватать. Нажимаю «Опробовать» и наблюдаем картину следующую. То Согласна. есть прогруз происходит быстро. То есть нету такого, то что вот у меня до 10 секунды лаги. Но мы видим ебейший пик, просто ебейший пик. Просто взлетает. Когда я, кстати, вот так вот дрочу. Звезды! Я не помню, что, Честь, кстати, произойдет. звезды! Хорошая А, ну идея! да, проц лагает, хорошо. Но он прогружает. То есть он пролагает, пролагает и прогрузит. Да, вот он все прогрузил. Раньше, типа, он очень долго потел над этим, тоже видим пики. И дальше, допустим, вот когда я ливаю, тоже идет нагрузка, примерно так же, как и запуск в лобби. То есть вот пролаг. Ваша жрица Пролаг 100%. прибыла. Все, пролаг прошел, вот она нагрузка. То есть она вот стартанула, буквально взлетает. Но проблема не решилась. То есть вот пролаг прошел, все заебись, играть можно. Но проблема также осталась. То есть раньше было намного все плавнее. Я смотрю Приготовьтесь к свои битве. старые записи. Я когда заходил в игру, Последу. у меня типа на моменте прогрузки показывало 150 кадров условных. И в сам момент загрузки, вот сейчас у меня 20, а тогда было 120. То есть FPS, да, падает, но не на такое большое количество. Плюс у меня типа не было вот таких скачков, ну, ебанутых. Не В знаю, бой! сегодня, возможно, сделаю ребут системы. Посмотрим, что будет. Если Это уже поможет, то интересно. спасибо вам, пацаны. Да, кстати, Разумеется. заказал комплектующие, новый корпус, вертушки, новую башню с Вперед, ТПД дружок. 280 ватт. Там, короче, должно быть все четко. Ну, еще отпишусь, как соберу. Держу в курсе, так скажем. Скачи.